Тысячи женщин вышли на улицы ливанского Бейрута. Все они выступают против домашнего насилия. Недавно по этой самой причине в городе погибли две женщины, что и послужило поводом для демонстрации. Участницы протеста требовали принять закон о защите слабого пола. Как утверждают активисты-организаторы выступления, жестокому обращению дома в стране ежегодно подвергаются тысячи женщин, многие из которых не выживают. К слову, Ливан считается одной из самых либеральных арабских стран, в которой при этом до сих пор нет закона, защищающего женщин от насилия. Насилие.